Сейчас по Москве летает огромный слон, который называется война. И некоторые люди его видят, а некоторые не видят, наверное. А ты думаешь, за что? Я думаю, что за Женины стихи. Угу. Потому что Женя стала одним из самых популярных антивоенных поэтов в России. Горького, зоркой, вот, бескрайной вот. Толстого, да. Пушкинской лирики «Чистый родник», блещет зеркальностью русское слово, выучи русский язык. Вот я тут принес значок вам, старый НКВД. Вот за этот значок вас и накормят, и напоят. Это хороший ответ на вопрос про Никиту Михалкова, я напомню. То есть ты считаешь, что он просто продал душу дьяволу?